В России с 12 февраля по 31 августа 2024 года пройдет эксперимент по маркировке консервов. Он охватит мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовое пюре и продукты детского питания для детей до 1 года. Эксперимент позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации на эти товары, понять, какое внимание на маркировку обращают участники оборота и принять решение, нужна ли обязательная маркировка таких продуктов. 7 февраля в 10 утра в Березняковском территориальном отделе Центра занятости пройдет ярмарка вакансий. На ней предложения о работе представят градообразующие предприятия, муниципальные учреждения и другие компании. Соискатель получит информацию о вакантных местах, размере заработной платы, социальных гарантиях. При себе нужно иметь паспорт, трудовую книжку, документы об образовании и квалификации. В воскресенье 10 февраля пройдет ежегодный массовый забег «Лыжня России-2024». Для разных возрастных категорий участников подготовлены три дистанции – 2, 5 и 10 километров. Спортсмены до 13 лет допускаются к старту только при сопровождении родителя или законного представителя. В Березняках «Лыжня России» пройдет на базе Новожилова и на правом берегу в Стрижах.